Алло, кто это? Президент желает меня видеть. Меня пригласили к Франклину в его резиденцию в Гайд-парке. Дейзи? Вот так радость. Мать Франклина объяснила, что ему нужно отвлечься от работы и стресса, связанного с высоким постом. Предлагаю нам двоим сбежать отсюда, в тихое местечко. Да, той весной Франклин показал мне мир, о существовании которого я не догадывалась. А куда делась полицейская машина? Да, порой они отвлекаются на ловлю преступников и прочую ерунду. Скоро мы стали близкими друзьями. Господин президент, кортеж выехал из Бикона. Славно, скоро будут здесь. Впервые король Англии прибыл с визитом в Америку. Но спасибо, что заглянули. Господин президент, уж простите, что не могу встать. Франклин пригласил их именно сюда, за город, чтобы все могли отдохнуть. Твоя мать запретила мне называть ее королевским величеством. Вы не против, если я буду звать вас просто Элизабет? Нет. Нет. На пикнике жена президента распорядилась подать хот-доги в качестве основного блюда. Может, они над нами издеваются? Я не понимаю. Все пройдет как нельзя лучше. Конечно же, она его любовница. Смотри. Секретарша? Они нас заметили. Маши. Уже. Почему король так напряжен? Без нашей помощи может статься так, что ему нечем будет править. Удачи. Мы не станем подавать королю и королеве Англии какие-то коктейли. «Сумасшедший дом». Фильм основан на реальных событиях. Народ не хотел, чтобы я был королем. Не припоминаю, чтобы в Англии за это голосовали. В случае войны мы могли бы уговорить Америку помочь нам. Не желаете окунуться? Идемте. Я договорился. Никаких фотографий в купальных костюмах. Я убежден, что они способны увидеть все наши недостатки. Но не на них смотрят. Обладатель премии «Оскар» Билл Мюррей. Удобно вам там сзади? О, да, благодарю. Номинант на премию «Оскар» Лора Линни. Теперь я понимаю, как важен был тот уикенд. Для них, для нас, для всего мира. Для Гайд-парка на Гудзоне. Если бы продавали билеты на тот ужин, заработали бы кучу денег. Скоро на экран.